Звонок от Хандан. Я не люблю тебя. К тому же, разве за несколько дней может зародиться любовь? Ну а что мы с тобой пережили? Это ведь всего лишь пара дней. В моей жизни был кое-кто, еще до твоего появления. Я его очень любила. Вчера он позвонил мне. Мы с ним поговорили. Я поняла, что все еще не забыла его. Ответь же уже, Кемаль, наконец, ответь! Неужели эта деревенщина тебя не бросила? Ты чего лежишь? У тебя чай уже остывает. Вставай, 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 вставай. Ладно, Кадер. Ладно, встаю я. Подожди-ка. Что за лицо у тебя? Он опять что-то звонил? Нет, он больше не звонил. Пусть не звонит. Он так всю ночь покоя тебе не дал. Ладно, пойдем в гостиную. Звонит господин Кемаль. Так, ну хватит уже. Бахар здесь нет, хватит звонить. Черт подери. Кадер, что? Он больше не будет тебя тревожить. Ну, пойдем завтракать, пойдем. Ладно, ты иди, я сейчас приду. Слушай, я больше в эту комнату не зайду, сестра. Бахар? Ну нельзя же голодать, доченька. Ты еще говоришь, что у тебя скоро новая работа будет. Я кушаю, матушка. Опять эта фабрика, что ли? Мы же вроде закрыли эту тему. Нет, на этот раз другое место. Оно находится в другом конце Анкары. Как ты будешь преодолевать все это расстояние? Матушка, дорога не проблема. Главное, чтобы меня приняли на работу. Все из-за господина Кемаля. Если бы не его проделки, Бахар бы до сих пор работал в издательстве. Так он еще не стыдится, звонит. Он звонил, вы говорили? Конечно, он звонил, я ответила. Сказал, что он больше не звонил моей сестре и бросил трубку. Вот как? Да, а что еще я должна была сказать? Ужасный плейбой. Он не получил от сестры желаемого, поэтому звонил всю ночь. Кадер, ладно, мы поняли. Я... соберусь и пойду. Мне еще надо в университет зайти. Я могу опоздать. Кстати, молитесь, чтобы меня взяли на новую работу, хорошо? Доброе утро. Доброе. Садись впереди, поговорим немножечко. Ну рассказывай, куда направляешься? Все нормально у меня. Иду на собеседование. Какое, по работе? Да. Я понял. Если бы ты увидела, что я водитель этого автобуса, ты бы не сел, наверное, да? Нет. Ну, Бахар, почему ты так поступаешь? Ты меня словно не знаешь, я тебе нехотя что, что-то сделал? Да нет, ничего. Просто я устала. Всю ночь занималась. Наверное, это из-за этого. Ладно, если ты так говоришь. Кемаль, сынок, что с тобой случилось? Ах, ты ж выпил. Любовь тоже мне. Любовь, что ли? Любовь, что ли? Что за любовь?
Ты сказал, сынок? Что сказал? Эх, Кемаль. Стой, стой, стой. Кончено все. Она сказала, что кончено. Кончено? Дай-ка я тебе помогу. Ну-ка, Мехмед Кемаль, прошу тебя, ну же. Сынок. Что случилось? Сзади есть свободные места. Прошу, садитесь. Кемаль сегодня тоже не видел. Видимо, он занят. Ты знаешь? Нет. Откуда же не знать? На одного человека. Прошу. Ваша сдача. Ну, не знаю, вы встречаетесь? Может, ты знаешь, где он? Берат, не знаю. Ну, то есть, мы не видимся. Зачем нам видеться? Мы не друзья, вообще ничто. Но вы... Берат, я здесь, пожалуйста, сойду. Но мы еще не доехали. Ничего, я сойду. Хочу прогуляться. Ладно. Благодарю. Увидимся. Ты занималась? Да, матушка. Хорошо, хорошо, ты занимайся. Сестра звонила? Не звонила, матушка. Она говорит, что все нормально. Но я-то своего ребенка знаю. Этот Кемаль ее очень сильно обидел. А если это госпожа Элдус, я завтра должна была к ней пойти. Кадыр, ты можешь ответить? А если это будет госпожа Элдес, ты ей вот что скажи. Ой, а что сказать? Мам, я разберусь, хорошо. Алло, доброе утро, я хотел бы с госпожой Сергей поговорить. А кто ее спрашивает? Елдес. А, госпожа Элдес, это, матушка не может к телефону сейчас подойти. Ну, то бишь, она больна. Она в другой комнате отдыхает. Пусть выздоравливает, а что с ней? Да простудилась она. Хорошенько так простудилась. Как вы поняли, не сможет она подойти. Если с ней что-то говорить, я передам. Нет, я еще раз позвоню. Пускай выздоравливает. Всего доброго, всего доброго, всего доброго. Видишь, выкрутились. Мы соврали женщине, какой стыд. Машка, ну еще чего ты ждала? К тому же у тебя спина болит, разве это не правда? Она была прекрасная женщина. Я больше к ней пойти не могу. Все это из-за этого Кемаля. Обидел сестру, лишил тебя работы. Все это из-за него. Ладно, я пойду пакеты рассортирую.